Друзья, много вопросов по времени работы тепловизионных монокуляров Аркон. И сегодня я решил сделать небольшой ролик с тестом времени работы модели Овис SM07. Прибор у меня новый. Вот. Я думаю, никто сильно не обидится, если мы его сейчас распакуем и проведем небольшой тест. Это будет очень полезно и закроет вопросы многих из вас о времени работы данного девайса. Все делаем максимально аккуратно, чтобы ни в коем случае не поцарапать прибор. Вот он такой вот у нас новенький. Подключаем зарядное устройство. Сгорается красный огонек у нас около порта подключения зарядки. И ждем, когда этот огонек станет зеленым. Индикатор горит зеленым. Прибор у нас полностью заряжен. Сейчас мы аккуратненько вот так вот отключим. Смотрите, время у нас 13:59 на приборе. Аккумулятор заряжен полностью. В общем, ждем час и посмотрим, какой останется заряд через час. 15:00. Как видите, прошел час, и ни одно деление на индикаторе заряда аккумулятора не исчезло. Я думаю, что еще один час прибор точно проработает, поэтому ставлю таймер на час. И посмотрим, что у нас произойдет еще через час. Прошло у нас 3 часа. И аккумулятор у нас еще полный. Поэтому давайте мы, наверное, поставим таймер на 2 часа, а не на час. И посмотрим, что у нас будет через 2 часа. Я переместился немножко в другое место. Прибор у нас работает уже 5 часов. И остается все еще 2/3 заряда аккумулятора. Итак, прошло 8 часов, и прибор работает, как это ни странно. Вот, по времени, я думаю, всем видно. Аккумулятор все так же полностью разряжен. Я попробую сейчас поставить таймер на полчаса. Возможно, полчаса еще проработает. Друзья, прошло примерно 8 часов 20 минут. Все, видите, выключается прибор. Ну, в общем, 8 часов 20 минут он проработал. Я не знаю, какая гляделка может столько часов проработать. Наверное, какой-нибудь пульсар Хелион или пульсар Акалейт с огромным аккумулятором. Но вот этот маленький компактный приборчик работает практически 8,5 часов. Ну, а этот прибор у нас пройдет еще одно испытание. Он отправится у нас в морозилку и проведем тест при температуре где-то минус 15-18 градусов Цельсия. Сколько он проработает при такой температуре. Но при комнатной температуре результаты меня прям, друзья, очень и очень порадовали. Пишите свое мнение в комментариях и свои впечатления. Всем отличного настроения, всем удачи и пока-пока.